Всем привет, с вами я, Наталья Гудкова. И сегодня я хочу поделиться вам одной из тем, что скрывает ваша дата рождения. Всего-навсего для просчета нам нужна лишь одна цифра, а именно число вашего рождения. Если у вас от 1 до 9, вам ничего складывать не надо. Но если у вас число от 10 до 31, то число складывается. Например, вы родились 28 числа. 2 плюс 8 будет 10. 10 – это 1 плюс 0 будет 1. Если вы родились 29 числа, 2 плюс 9 будет 11. 1 плюс 1 будет 2. Итак, ну а мы с вами продолжим тему, что скрывает для вас число вашего рождения. Рожденный 1, 10, 19 и 28 числа любого месяца. Вы должны благотворить и вам должны подчиняться. У вас лидерские качества, лидера и организатора. Вас нельзя ущемлять ни в мыслях, ни в ваших планах, ни в действиях, ни в правах, ни в идеях. Вы цените тех, кто относится снисходительно к вашей забывчивости и не упрекает за желание охватить внимание многое. Вам хотелось также, чтобы все восхищались вами. Как вы выглядите, как вы живете, как вы трудитесь. И ценили вас по достоинству, ваше усердие, ваш труд. И вы направляете, в принципе, на создание вашего имиджа. Вы хотите, чтобы окружали, отмечали вашу щедрость, ваши планы, ваши идеи, да? Это для вас, в принципе, главное. И вы хотите, чтобы вас признавали, что вы главный. Все зависит от вас. Вам по душе, когда окружающие замечают вашу уникальность и неповторимость, рукоплещут вашими достижениями и успехами, делают вам много комплиментов и не скупятся на ваши похвалы. Ничего не советуют, не критикуют вас, не заставляют просить прощения и не предлагают помощь. Подчеркиваю вашу несостоятельность. Рожденные числа 2, 11, 20 и 29 числа. Вам необходимы те люди, которые станут для вас защитой и опорой, возьмут на себя ответственность и станут вашими покровителями, которые будут находиться всегда рядом и помогать вам в жизненной ситуации. Вам нужна мягкая ориентировка в пространстве. На вас нельзя давить и вынуждать. Вам не стоит напрямую уличить человека во лжи, либо выводить напрямую конфликт. Вам чужда грубость и острая конкуренция. Вы цените людей, которые вас понимают, что вы быстро устаете, и вам необходим регулярный отдых. Те, кто хочет с вами общаться, пригодится терпение и деликатность, потому что вас нельзя торопить, позволяя жить и трудиться в собственном ритме. Вы очень доверчивы и не умеете отказывать. Поэтому очень благосклонно вы относитесь к людям, которые этим не злоупотребляют. Вас загоняют в угол, и добиваться прямого ответа, немедленного решения, ясности, четкости вам не надо. Вам надо подождать, да, иначе вы будете нервничать и волноваться. Комфортно всего вам с теми, которые вам обеспечивают чувство комфорта, безопасности, которые вас хвалят, поощряют, вдохновляют, вам помогают таким образом развеять ваши страхи, которые есть. Вам нужны люди, которые помогут реализовать ваши многочисленные идеи, которые у вас в голове, на практике. Вам нужны наставники и лидеры, за которыми вы последуете. Рожденные 3, 12, 21 и 30 числа любого месяца. Вам комфортно с теми, кто признает ваш авторитет, оказывает вам уважение,
Отмечаю, что вы хороший профессионал и справляетесь с большим количеством дел. Вы выбираете людей по своему кругу, которые готовы быть в вашем поле, следить за вами, быть в зоне вашего влияния и притяжения. Мечтаете подчинить своей воле всех и вся, и поэтому лояльны с теми, кто соглашается или это демонстрирует вам внешне. Нетерпимы же вы к людям, которые прорывают ваш авторитет и разрушают вашу репутацию. Вы очень хорошо разбираетесь в своем деле и чувствительны тем, кто подвергается сомнению, спорит с вами. Но вы, несомненно, профессионализм и знаете глубокое значение темы. И вам приятны люди, которые советуются с вами и подчеркивают вас, что знаете, что поможете только вы, готовы следовать за вашими рекомендациями. Вы не любите ждать и терпеть, поэтому цените оперативность и умение давать вам быстрый и качественный результат. Вас оскорбляют простые обязанности, элементарный труд, и вам кажется, что вам не доверяют вашему профессионализму и ответственности. Рожденные 4, 13, 22 и 31 числа. Вы хотите четкости и ясности. Ваше распоряжение нужно выполнять точно тот же срок. Если вы сами не понимаете, чего хотите, вы стремитесь занять значимое положение и получить высокий статус. Цените также аккуратность и системность. Вас раздражает беспорядок. И люди, которые говорят вам намеками и не могут вам четко объяснить свою мысль, полагаются на неясные интуитивные подсказки и пренебрегают логикой. Жестко и нетерпеливо вы относитесь к тем, кто нарушает ваши личностные границы. Вам некомфортно с людьми, когда нарушают ваш привычный образ жизни, который бы хотелось, да, вашу логику, к которой вы привыкли. Вы благосклонно относитесь к тем, кто поддерживает порядок, соблюдает обещания и терпеливо относится к вашей властности, неумению дипломатично с вами разговаривать. Ваши расположения могут сникаться слабые. Вы любите помогать тем, кто нуждается в этом. Рожденные 5, 14, 23 числа любого месяца. Любите сюрпризы, интересную жизнь, где нет места скуки. Вы любите общение, коммуникацию. У вас веселый житейский нрав. Вы любите также предсказуемость, стабильность. Поэтому вам комфорта с людьми легкими, веселыми, готовыми на любую движуху, да. Избегайте обстоятельств и унылой повседневности. Ваш идеал – это жизнь праздник, и все решается без вашего участия, поэтому вы охотно соглашаетесь на отношения с более ответственными людьми, которые возьмут все хлопоты на себя, а вас оставят в покое, не мешая вам веселиться. Те, кто возвращает вас к реальности и напомнит, что жизнь – это не всегда праздник, вы стараетесь держаться подальше. Вас манит безопасность, путешествие, а любых ограничений вы просто не любите. Человек, который вам подарит свободу и не будет ничего от вас ожидать, завоюет ваше сердце. Но эта свобода хрупка, ведь благодетель может в любой момент передумать. О самостоятельных навыках выживания у вас к этому моменту может и не отказаться. Вы хотите, чтобы ваше признание и чтобы вы думали, какую легкую жизнь вы ведете. На это много сил и энергии. Рожденные 6, 5 и 24 числа любого месяца. Вы любите себя,
Вам нравится вами восхищаться, выражать симпатию, ставить на пьедестал себя, подчеркивая вашу значимость. Вы цените душевные отношения, красивые места, вкусные угощения и роскошные вещи. Вы также символизируете красивым людям с хорошим вкусом и приятными манерами. Если этот человек очень обаятельный и обходительный, который прекрасно выглядит, вы можете не заметить, что у него сомнительные намерения. Он манипулирует или лжет. Вас может выбирать из колеи и расстроить беспорядок, неопрятность, любые уродства и неприглядные вещи. Вы тяжело переносите конфликты и любые разборки, ругани, ссоры. Вы тратите много сил и средств на создание роскошной и комфортной атмосферы там, где часто находитесь и живете. Поскольку у вас нет доверия к собственному решению, вас можно легко настроить нужному человеку образом, склонить к какой-то идее и подвести к решению. Вас легко соблазнить и увлечь привлекательной внешностью и сильной харизмой. Человек рожден 7, 16 и 25 числа любого месяца. Вы любите тактильный контакт. Поэтому человек, радующий вас, понимающий, обнимающий вас нежностью и чувствительностью, станет для вас повелителем. Или наоборот, который не будет вторгаться в ваше пространство, чутко соблюдая ваши границы. Вы любите комфортные пространства, где вас никто и ничто не напрягает, а позволяет быть самим собой и делать то, что вам хочется. Вам нравятся люди, которые вас не грузят, не оттягивающиеся обстоятельствами и вас не дрессируют, а просто позволяют быть самим собой, реализовывать свои замыслы, где вам комфортно и удобно, кто вас понимает и принимает. И не хочет переделать вас в другую сторону. Вы нуждаетесь в постоянной регулированной перегрузке, которая проходит в одиночестве, в полном погружении в свои мысли и состояние. Вам важно, чтобы близкие люди разделяли ваши взгляды, что истина ваших отношений. К вам могут присесть на шею, потому что вы отзывчивы, добры и охотно помогаете. И когда вам надоест, вы с треском скидываете таких пассажиров, от этого становится больно. Рожденные 8, 18 и 26 числа любого месяца. Вы цените надежность и конкурентную борьбу, не обращая внимания на эмоции и чувства. Вы выбираете людей, которые похожи на вас и тоже крепко стоят на ногах. Даже личные отношения вы выстраиваете как стратег. Системно планируете и согласовываете. Вы предпочитаете постоянство и стабильность и не связываетесь с теми, кто ее обеспечить вам не может. Ради денег и достижения намеченных целей вы можете всего полностью посвятить своей деятельности, не отдыхая. Вас интересует взрослый и зрелый подход к жизни, ответственность и серьезность. Вы не любите абстрактных и странных разговоров, пустой траты времени, да, и праздности. И вы расстраиваетесь из-за того, что все подвластно вашему влиянию и контролю, непредсказуемость жизни, людей. Вот ваш главный источник, да, для вашего напряжения. И последнее. Рожденные 9, 18, 27 числа любого месяца. Вы главнокомандующий, активная позиция. И вам просто нужно подчиняться. Капультировать, сдаваться, покориться вашей воле. Для вас важно, когда откликается на вашу эмоциональность.
Экспрессивность на свой, находится с вами на одной волне. Вам может покориться человек, который нуждается в вашей помощи и внедряет в себя в ваши руки, рассчитывая на то, что вы его спасете. А еще вам по душе единомышленники, которые готовы с вами и в огонь, и в трубы, да, и всегда в движении. Вас мотивирует ситуация соперничества, соревнования, борьба, когда вы доказываете свое право на первенство, и вы легко соревнуетесь. Это интересно, чем идти по личному независимому плану, ни на кого не ориентируйтесь. Но если вы сфокусированы, такое поведение, то вы наоборот не проявляетесь и будете ниже травы, ниже воды, да? И тогда вы можете быть неудовлетворенным своей жизнью и цепляться на психосоматические ваши болячки. Вы легко выведете из себя, зная триггерные темы. Это может вас быстро обесточить, у вас не будет нехватки энергии, да? Поэтому вы зажигаетесь, когда есть дух соревнований и менее активной жизненной позиции. Вот и все, что я хотела сказать, да, вам, что скрывает ваша дата или число вашего рождения. Ну все, пока-пока, до встречи. С вами была я, Наталья Гудкова. Пока-пока.